отдельно, да, видишь, брал камень. Ну, я понимаю, что отдельно, но ты все в один день собирал, да, там? Ну, по сути, да. Я его как бы собрал уже. Ну, я же закупил сначала все вот комплектующие, а потом... Ну, это я считаю. А я потихоньку меняю запчасти. Со старых на новые перехожу. У меня корпус старый только остался. От прошлого ПК. Ну, ничего страшного. Серьезно, я даже на новый не собираюсь приходить. Меня это не устраивает. Хоть это так себе. Смысла нет другой коробки покупать. Деньги приводить. А сейчас патруль человека всех вот твинков покикаю нафиг.